Сегодня группа сталеваров-новаторов Новотагильского металлургического завода получают дипломы и почетные знаки лауреатов сталинских премий. Заместитель председателя областного совета депутатов трудящихся Михаил Иванович Горбунов вручает высокую награду советского правительства сталевару Петру Григорьевичу Болотову. Мастеру Владимиру Ивановичу Зубкову. Старшему мастеру Егору Петровичу Калашникову. В мартеновском цехе продолжается соревнование за выполнение обязательств, принятых металлургами в письме товарищу Сталину. В первых рядах участников соревнования сталинские лауреаты Петр Григорьевич Болотов, Владимир Иванович Зубков. Сталевары добились значительного перевыполнения технических норм. Идет сверхплановая уральская сталь для великих строек коммунизма. Начало летних каникул школьники Свердловска ознаменовали традиционным костром в парке Дворца пионеров. Торжественное открытие праздника. Тысячи детских глаз следят за подъемом флага. Честь зажечь костер предоставлена лучшим пионерам и школьникам города, отличникам учебы. У костра школьники встретились с товарищем Диковским, который 30 лет тому назад состоял в первой пионерской дружине. Костер догорел. Начались веселые игры. Свердловский театр юных зрителей показал детям спектакль «Теремок». Впереди веселое пионерское лето. Озеро Песчаное Батуринского района славится обилием водоплавающей дичи. Раннее утро. Тишину озера нарушают лишь всплески волн да легкий шорох камышей. Последний день весенней охоты. Работник Шадринского завода товарищ Суровцев проводит его на озере Песчаном. После удачно проведенного дня охотники возвращаются домой с богатой добычей. Уральская консерватория имени Мусоргского – один из крупнейших центров музыкальной жизни Свердловская. Консерватория готовит квалифицированные кадры исполнителей и педагогов. Выпускники консерватории пополнят коллективы оперных театров, филармоний и музыкальных училищ страны. В этом году успешно закончили консерваторию воспитанники доцента Шварц, Олег Мальцев, Николай Самусенко, Майя Меркушева, Любовь Буткевич. Лучшая ученица профессора Поздняковской – пианистка Людмила Селиванова. По классу профессора Щелокова – выпускник Юрий Черемных. Экзаменационная комиссия принимает в театре имени Луначарского оперу «Евгений Онегин». Опера поставлена силами студентов консерватории. В спектакле государственный...